Под вспышками фотоаппаратов и под прицелом камер Сергей Кухто и Александр Расин подписывают перспективный документ. Этот момент точно войдет в историю. Себя и вас с удовольствием поздравляю. Бобруйск Арена и медиахолдинг «Бобруйское житё» сегодня официально стали партнерами. Соглашение между организациями открывает новую главу. Любое сотрудничество с так называемой четвертой властью, оно в любом случае приносит пользу. Естественно, это у нас не начало нашей работы. Естественно, что мы сотрудничали в части проведения каких-то рекламных кампаний, в части доведения до сведения жителей города о тех мероприятиях, которые проводятся на территории Ледовой арены. Но я считаю, что с подписанием этого соглашения у нас возможности наши увеличатся. Для крупной спортивной и концертной площадки Бобруйска партнерство с главной информационной платформой – это поддержка и популяризация здорового образа жизни. Для холдинга – новые поводы для сюжетов и престиж. Этот договор – скорее договор дружбы, который принесет только плюсы. Я думаю, что в будущем, конечно же, это принесет не только нашим компаниям пользу, но и нашему городу. И хотелось бы, чтобы, конечно, на дальнейшее развитие мы подписывали не только с одной компанией, а и с другими организациями, предприятиями, городом, чтобы вы вместе сделали и воплотили идеи все и креатив для нашего города. Вместе организовать масштабные концерты и соревнования будет проще. Ближайшим совместным проектом станет дискотека для выпускников. Дальше – создание крупного музыкального фестиваля, а еще – издание книги к 70-летию бобруйского хоккея. Елена Кутузова, Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск 360.